помню, когда первый раз поехал, когда это Должанка была. На дом, не на дом Мисхоз, а в Ставрополе. Да, открытое поле где. Ну, открытое поле, не кажется. Вот, и, к примеру, да, я на Мартыке нахожусь, точнее, ну, жил в лагере, да. Айс внизу, в той точке, да. По-моему, мы с Грегором были вдвоем. То есть у Грегора рац уже не ловит, у меня все четко. До Грегора так доходили, да, значит, сигналы, приключения. Игорь на связи. 2 миротворца, 1 ополченец. Ну хорошо, сидим, еще передай. Да, я не беспокою пока.